Всем привет, с вами Rachel Star, и сегодня мы с вами проведем вечер в Понитаун. Может быть, даже и ночь. Итак, вечером здесь зажигается факел. Наконец-то я выяснила, для чего эти штуки. Так, как их тут? О, вот. Все. Так, опять тушим. Нравится. Ну ладно. Так. Хорошо. Посмотрим, что у нас ночью еще есть. Кстати, уже ночь наступила здесь, в Понитауне. Посмотрим. Так. Так, где-то я потеряла тебя. А, вот. Так. Посмотрим. Что здесь еще можно сделать? Можно тоже ночью сделать игрушку. Да, можно. Так, что еще можно сделать? Можно спрятаться за елками. В принципе, это всегда можно. Но сейчас особенно видно, потому что темно и освещение идет со все стороны. Яблочко тоже можно взять. Сидеть, как я понимаю, тоже можно. Вот, как вы видите. И... Что еще можно делать? Кстати, что за камень? Ладно, ничего. Так, здесь можно спать тоже. Так, теперь, что еще можем сделать? Так, где? А, вот. Можно спать еще. Что еще? Ну, в принципе, все. Да? Да, все, в принципе. А, еще ночью появляются монстры. Вот такие вот. Так, забыла вам сказать, что, чтобы выглядеть радостной, надо написать ПСП. И выглядишь радостной. Ну что ж, это все, что можно делать ночью. Всем пока, с вами была Rachel Star. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.